Дороги будут ровными, а качество отличным. О текущих ремонтных работах и планах на ближайшее будущее рассказали накануне нашей съемочной группе специалисты Управления инженерного обеспечения, транспорта и связи городской администрации. Более подробно обо всем в следующем сюжете. Активные дорожные работы в настоящий момент проводятся на улице Николая Шишкина. Начались они еще 29 сентября. Специалисты приводят в порядок участок от улицы Тургенева до восточной стороны улицы Московской. На этой неделе будет произведен на данных участках выравнивание колодцев и будет открыто движение. После открытия движения по улице Николая Шишка будет закрыто движение по улице Московской, южная сторона вначале от проспекта Ленина до Шишка на неделю. После открытия улицы Московской будет перекрыта также улица Московская, только уже северная сторона. На этом же участке. Северная сторона улицы Московской будет закрыта для движения автомобилистов также на неделю с 13 до 21 октября. Старое асфальтовое полотно специалисты на всех участках меняют на новое, более качественное марки ЩИМА, на которое производители дают гарантию в 5 лет. Готовится к закрытию в данный момент и еще один масштабный участок – путепровод на улице 9 мая. В 2019 году мостовое сооружение прошло плановое ежегодное обследование, в результате которого было принято решение о его капитальном ремонте. Путепровод строился в период с 1961 по 1969 годы. С тех пор проводились лишь его текущие ремонты. Этот путепровод – часть транспортной магистрали, которая связывает поселки Димитрово и Березки с северным переходом. Он входит в грузовой каркас города. Через него проходит большое количество транспортных средств, перевозящих грузы для ПАО ММК и на территорию индустриального парка. Также по путепроводу проходит движение городского электротранспорта и пассажирского автотранспорта. Реконструкция мостового сооружения включена в программу развития дорожного хозяйства до 2024 года. Начнется же она с подключением федерального финансирования в этом году. В настоящий момент пока сейчас там движение открыто. На этой неделе рассматривается демонтаж на путепроводе контактной сети, которая приводит у нас трамвая в движении. Это на несколько дней буквально будет полностью закрыт мост. Затем мы откроем движение, и в процессе производства ремонтных работ будет ограничено это движение у нас. Всего же в текущем году в городе, по словам специалистов, уже произведены ремонты дорог на участках общей протяженностью порядка 30,5 километров. Выполнены ямочные ремонты на площади 35 тысяч квадратных метров. Продолжение работ следует. Евгения Салахутдинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.